Чисто баф. Это ж так трудно. Кибоб хочет триньку отсюда. Конечно, хочу. Ты ее не получишь. Понял. Все понятно. Не, вопрос, вопрос. Все, сейчас сливают. Бля, ты слота не хватает. Сум, дайте. Срать, у нас ДПС полно. Бьется. В десятку. Да, ДПС полно, но времени-то мало. Но, а шаманизм не хочешь пойти? Ааа, ты че уже пульнул? Так он же пошел к этому мага хуяге. А давайте этот, соберитесь, ребят. Так когда хоть мага, у тебя пиора нету. Хочешь, пошли пиор пофармишь. Я тоже магом буду лапаться сейчас. Кто еще у нас тут? Буш можно взять, если не так. Размус можно взять, а раз таки пить. Я, кстати, да, что Размус не идет. А, он в рейде. Дезинформируешь. Так, кто у нас еще тут есть? Тенка тут, Карл, Некс на кресте. Почему не заходи за шмагом? Или, блядь, магом, похуй, кем хочешь, иди, короче. Зорки, а ты где? Зорки, а где зорки? Блять, уж рога хотел, рвался прям, блядь. Он, может, споткнулся, пока на кухню шел. Упал, умер. Крутой гном. Может, рюмашку там опрокидывает. Дайте ребаф, пожалуйста. Ну, кстати, да, там зорки наебашиться мог легко. Да он так давно с десятки будет? Никогда. Все. На. Все, 50-50 сделали, все. Чтобы больше не расстраиваться. То мало ли, вдруг сделаем еще. 2.50 на 50 сразу, блядь. Да. За один присест. Может, Точеного в рейд возьмем? Кого? Точеного никогда. А, Точеного? Это кто такой Точеный? Там мне кто-то... Тоже тебе пишет. А, ты нахуй нужен? Зачем еще один такой? Нам кастер, нам РТ-зону надо усилить немножко. Так... Зачем? А. Так, мне, кстати, кто-то там писал по поводу какого-то Каражана. Если ты в Дискорде, я не ебу, про Каражана мы разговорим. Я пойду Каражану после РТ. Я не знаю, кто-то писал по завтрашнему Каражану, мне вопросы задавал. Я с тобой в Каражану. Понял. А почему, я выключил микрофон, я уже матерюсь, почему вы там АФКшите все. А почему, кстати, в начале было два хулипала, а потом один? Потому что стало два хулипала, а потом один. Там не огонь, там шадоболты, блядь, прилетали жестко, так, три шадоболта. Вот оно, сбитие костов. Да, огонь тоже очень больно бьет. Выходите с войны. Чё ты говоришь, было мало хлопалов, стало много, да? Да нет. У нас девочка хапал появилась новая с этим, с ДКшки пошли. Потом... Некс... Не, Некс хорошо хилил на X3, я не знаю, что он перебьёт. Ну, шмот, наверное, у него гир маленький, у него хвосты не хватает. Да и шмот, мне кажется, он какой был, тот собрал. Конечно. Ну, сейчас у Дэшки поутал, вроде может потяпнуться. Я же вон, когда пришел, у меня тоже хулипал хер, ничего ходить. Мне, кстати, писал тут шаман, помнишь, сам я ходил в ВК десятку прошел? Ну. Спрашивал, когда пойдем в ВК еще раз. Который с ВК-25? Или в нового, да? Не, с десятки. Не, в десятке, который был. А, там вообще же был вообще у вас другой. Навер, там тебя какой-то приз искал про хантач, что хочет спросить. Бёрн, да, что ли?
Вон экзал туда пишешь. Энхов до хера надо, блядь, забирать у них энхов. Нахуй энхи нам. У нас был один энх. Ну ты же говорил, шаман. Нам нужен, блядь, рестер шаман. Все. Так давайте меня спать. Куда волк делся? Что-то волк. Он ливнул уже давно. О, да, волк ливнул. Техники. Волка? Какой волк еще? А можете сразу Дживса потыкать? Числёшный человечек оказался. Распределите. Да, не важно. Это чёрт, я бы сказал. Не-не-не. Ну, наверное, больше всех горит на него, блядь. Я видел, как карта себя вел, блядь, так некрасиво. Уёбался, блядь, Числёшный, блядь. Волк нужен ещё Дживс? Да, если можно. Как сегодня сказал директор по производству у нас на работе, говорит, я тебя по IP вычислил, это я с тобой в доту играл. И да, ты с моей мамкой не совокуплялся. А кулаки кто раздает? Ну вот так вот, блядь, я работаю, представляете? Или секси, или оптикс. Войд можешь бахнуть. Ой, нахуй. Порошочек. Поваршочек на рейде плюс квадрат Уна. Квелт. Че у вас там по геру вообще, ребят? Кубок. Да. Ты уже сильный? Да. А я в нет, демона ушел. ДЦшка. А ты холик или ДЦ? Есть холик аспек? Конечно, есть. Так, давай тенка, холик, и будешь, хилить три таргета. Крестик, черепок и треугольник. Это так работает? Окей. Ну, как-нибудь. Да, окей, вижу. Так, стоп, тут сладкая Зелдрис тут или нет? Ладно. По меткам. Дальше встаем. Квелд, встаешь на черепочек. Чего? Короче, рестор друид на крестик. Некс, давай ты на треугольник. Овоус. Научишься. Будешь учиться. У меня, блядь, нету такого гиза. Овоус на Уну. Я нажимаю квадратик. Пока там кексит череп, вовбро Уна. Он треугольник стоматолог. Квадратик я, крестик обдувай. Хрипатый череп, клешней треугольник, шаманизм. Уна, Найвер. Квадратик, тренер, крестик. По два круга всех назначил. Давай, черчек-то. Заходим туда. Подождите, тут маг пишет там. Что он пишет? А, что мы не взяли этого нашего молодого? Маг милый пишет, фулл пати, нет? Да дайте ему пати, господи. Очнулся. Да, сейчас. Им типа можем ставить. А, оптикс, да, давай ТД просто. Просто хуй вас ты был, я отходил маленько. Проблевался? Дрыш, ой, ну да. Ага. Я по покемам, понял. Донт, мне на какой вставать? Да серебро просто помогу. Да. Какой у тебя ник? Да, это шерф. А, крест, все. Понял, спасибо. Дрын, рис фасочка на СПД какая-нибудь? МК, кинь мне. Сейчас. Чё, давайте. Мы с демоном сегодня. Я за демона пошёл. Да? Блять, масло мне вазался, ладно? Забыл масло взять. Ты на демоне, ух. Да, я в демона сделал. Ты решил потестить? Да, я хочу попробовать потестить. Правильно. Ну, вообще в демона раньше играл, я потом что-то в дестрик ушел. Правильное решение. Плюс 5 к уважению просто. Только ты ДПС не дам. Пуляем, да? Да, я не дам. Ну, дайте каску и инду, пожалуйста, по шаманам. 3, 2. Только кубок будет демон. Да, это мягко тоже же нормально. Боб-бог какой-нибудь. Мягко будет играть вообще? Сбивайте. А, хрипаты бомжей.
Нихуя, у меня свет не без крита, но... 33,5. Весь бой в фире побегал, бля, заебись, надамажил, бля, сука. Обидно. Отдохнул уже. Ну, хотел циферку, бля. Все паладины в первых местах, что ли? Не понял. Масло есть у кого масло, ребят? На кассе. Да, смотри, что я дам сейчас. Поскорее бы, блин, добавили-то 10. На кем? Как, Ник, Тенк, а ты... Тенк, а ты говоришь, да? Да. Справа от босса возле луны стоит, где? Шаманизм поставишь? Кто там будет ставить этой магму? Ой, Гару прыгаю. Два кто куска. Там гнева ставит? У кого? Да там гнева кто ставит? А, трейдер, наверное? Все хорошо. Я тебе говорю, сори, 2-10, что дают. Бля, какой кайф просто. Что дают? Ну, на 30% надо будет, чему спалюк у кубов. А на треугольнике у нас стоит. Что сделать? Давай, кулак покажу, поворот, по ПДК дайте. Кулак по ДК. Холик Пау откроется вообще. Куда? В ЦУК. Зачем? Бешеный будет. А потом шаман в Т5 откроется. Ты холи паладина в Т5 не видел. О, холи Пау, там жесткий. У меня есть попал в Т5, у меня есть. Но мне все равно Мойер Дрон нравится Т5. Дон, мне страшно. Чуть-чуть повернешь Дон, то у меня может клевануть. От чего? Ну, если я пойду куб нажимать. Я куб это нажимаю. А, все. Бос меня назвал. Как это? Я тебя каст называл сбивать. А эй, каст кикнул там, блядь. Пойдет. Кер... Акс, керу дайте. 10 секунд у нас. Мне ДПС ваше. Что тут вдвоем стали? Почему Драйнер пришел? Драйнер, иди бей. Надо верить в эти деревья. Но новый экспириенс. У меня хрипатый вырвался. Ста, я ж могу... А, не могу повестрить. Что хрипатый? Плащ ДПС дал? Почему не можешь кубу? Бля, что, это... Ты что, хрипатый задонатил? Нет, ну, нет. Не, мы ему с десятки выбили. 258? Да. Угу. Ну, не под 60, под 50. Ну, хотя, если гир там собрать, то укажет, но это под 50 будет. Ну, блядь, все-таки шаманизм посильнее дамажит. Чем драник, да? Не, нет, за счет меня. 10 секунд. Ну, шаманизм в овергире. Трейнер, иди, понимаешь. А, ну не овергир, но все равно. Ну, у него кольцо, у него шея. У него 4-я профа нормальная. Ну хотя, бля, я его догоняю нормально, блядь. Форест вообще тут 5к давал. Нормально. Не, Фореста надо что решать будет, мне не очень нравится в геймплее, как он играет, думаю, посильнее будет, я уже засомневался на токен давать. Спасибо, можно ему сказать, что пришел, и все, и прощаться. Нечего прощаться, просто пока не учится играть, в Нагледе его не пускать, все. Идем замену. А как он научится играть, не ходя в Нагледе? В смысле? Научится, в первую очередь, он хотя бы ДПС должен научиться давать, в первую очередь. А для этого в рейде надо ходить. Ну, буду ходить в рейде, в обычке. Я же не пущу его в хэм сразу. Ого, что-то тебя так сильно прохит. Не знаю, что-то.
что там, латники, жаля. Я тоже. Почему футболка попытка сухая? Просто стираю с лаской. Шаманизм сейчас перегоню, блядь, нахуй. О, ребят, потолочек. Потолочек. Падает потолочек. Все сказали. Потому что он падает. Нихуя себе! Кобам подойдите, просто стойте вовсе. 10 секунд. 10 секунд еще надо. Да, я сейчас психану. Я сейчас, наверное, психану и сам шамана докачаю, там два уровня осталось, и буду шаманом играть, наверное. Шам воин, че. Ну, блять, 10 шам нету гильдии. Че я сделаю? Вайн есть, я уж нашел с интернала фвара. Ну, в метках мейн там. Кастер пожали. Кто отпустил? Блять, спускайте раньше времени. Это нет, это откидывание. Ну не знаю. Ладно, без горим в шмоте 8-10, блядь. Говняцки, наверное, такое есть, блядь. Восемь стоп. Кару вообще просто вырвался, блядь, хер добежишь. Захила тяжело идет. Тяжело, но ВВК 25 хм, значит пойдешь хилить нахуй. Давайте на порталы. Да, на портал идите, да. А, хотя 16 секунд. Еще можно. Так если ему тяжело, зачем ему идти? 8300, блять, Дон, ну бери тут. Чекайте там ДПС, меняй Расмуса. 4D4 против 2-2. И мой шмот и... Годлик здесь? Годлик здесь? Или его опять замутали? Нет. Как у вас разница с Расмусом? Ты посмотри, видишь, опять Т4 вообще не прокает, да, глянь. Так ты шмот. А сколько лет, сколько лет, сколько лет? Сколько зим? Ха-ха-ха. Не, просто я писал, и КД-2 назад, блядь, прокал, блядь, 13.5 выдал здесь, блядь. Сейчас опять не прокает ни хер. Короче, Рокс тестил, и там надо было влево-вправо как бы жопу двигать. Да ну нахуй, никому не нужно, чё, блядь. Потому что у вас глейсинг уходит, смотрите, у вас глейсинг, сколько? 26, хит 3, и парирование одно. То есть там условно он бил не в этот, а в... Короче, он не в бок бил, он бил, блядь, ближе в морду, поэтому... Да, да, да. Их не попадал. У меня было столько же ДПС, сколько сейчас у Овбро. Такого быть не должно. Будет и 4, ну хотя, слушай, там 12 штук, это... Сейчас на груле сейчас будет видно все. Хорошо! Тебе можно парирование. А что тебя не прокололо, в смысле? Чего, никому кусок не нужен? Круговая атака, смотри, видел сколько? А, лоу. Подожди, сейчас я гляну. Может, сейчас не увидишь, блядь, на груле сколько будет круговая атака, блядь. Ну, она, в принципе, стандартная на всех. Дон, подожди, сейчас мне скинешь. Разрушай пока голову, сейчас я. Чё, серьезно? Ты хочешь пацанат? О, это я возьму грудак, я возьму грудак. Круговая да. Атака — это прок Т4, всё. И возьму голову, если по приворотам вы... А, хуй там, блядь, Размус, блин. Когда это кольцо возьму, я блядь. Раньше сигнались за кусками, да, этими. Теперь он никому не нужен. Все, мне кусок, давай там туда. За ГПшечку. Нет, нахуй распускать второй статик, все, блядь, играть в один. Чтоб времени не тратить. Кстати, это, блядь, кусок налога, да, получается? Угу. Ну, все, блядь, да, все оделись, нахуй, надо начать. Слышно, это тоже беспорядки, да? А? Тоже беспорядки, говорит. Я да. А, привет. Пошли, я знаю дорогу. Короче. Вот у меня 200. С этим я пойду сейчас камушки поставляю. Нормально, адекватно. Изучаю. Знаешь себе ГПшку сам? Да.
Чё, Бёрн, видел ДПС ретрика 4Т4? Сколько там все? 10-7. Нормально. Причем у Расмуса шмот лучше, посмотри, так, сколько у него. Так это не я спорил с собой. У меня нету 4Т4, по ретрику не собирается так. Ну вот, ну, видишь, говорили, что два надо куска, я просто потестить хотел. Не, ну смотря какие там у них, во-первых, вепоны. Это в первую очередь вепоны тоже обращают на это внимание. У какой Расмуса 258. А, ну то да. Вопросов. Меня... Да и с одной стороны, это не я спорю. Так, давайте начнем с того, что ебать, блядь, лем нахуй, блядь, невер, машины, пиздец, блядь, команда. Скинь это Розе и скинь это Ренбизеру, пусть они там умекают, там, посчитают, там, математики эти наши. Так это только один раз, это тем более магик надо сейчас на всех боссах поставить. Ренбизер только капусту считать может на лоялку на свою. Магика вообще никогда не смотрите, блядь, по ДПС. Слушайте, кто камни на крит может сделать? Сейчас еще. Чисто криту, я могу. Слушайте, подскажите, пожалуйста, да вообще вот ссылка будет уходить после Нового года где-то? Да, да, после Нового года, ретируйся где-то осенью. Или... Тоже фонарь, да, уперся? Пиздец. Блядь. Или, наверное, на праздничный, может быть. А кто шарит, у врача есть? А чего отдаление от высокого помогает нормально? Анальгин. Анальгин, да, нет, не помогает. Высокое анальгин. Давление? Кровопускание. Да. Что? Тяжело помогать. От высокого давления лимон. Да. Лимон? Лимон помогает. А этот коньяк не понижает давление? И этот, есть гибискус, есть гибискус такая тема. Если его остудишь, то снижать будет давление. А если горячим пить, то будет повышать. У меня нет дома гибискус. Гибискус в этот сходи, в РБК там падает. Коньяка тоже нету, блядь. Коньяк, да, говорят, у кого низкое давление, ну, понятно. Давай лимон. Нельзя. Если конечно. Большой палец прикусывать... Нет, давай шкаф. Если большой палец прикусывать, в течение двух минут, говорят, проходит. Ну, самое простое — это лимон. Молоко. Что вообще пиздец? Подрочить еще можно. Подрочить. При суммонте, то там пешим бежит. Да не, нормально. Да, блядь. Ты куда попал? А все, сам ищи дорогу, блядь. Пиздец, блядь. Я-то знаю, а ты не знаешь. Блядь, ты меня кинул. Да конечно, блядь. Я не кинул, он тебя сумму. Я нашел дорогу, нашел. В аэропорт? Дранник, что с ДПСом? А, кстати, странное... Он на кубах был, если что. Я понял. Что самое странное, я заметил, что Бьорн иногда называет Дрейнер, но потом спецом называет Дранник его. Не, когда короче, какой-то палево, там уже драник летит. А так он нормально говорит. Там, блядь, да, если критическая ситуация... Когда надо его, там драник. Чан, Невер, соснешь, не волнуйся. А Невер не волнуется. Я вообще абсолютно... Невер готов уже. Я всегда готов, рот рабочий. Что? О, у меня купили свиток чар для нагрудника, дух. О, Невер купил донатную корону. Сейчас, буквально одну минуту, сейчас не сумайте меня. Какую сейчас донатную корону? Я ее выбивал. Уксун, а, это, блядь. Огненные недра. Угу. Кстати, тоже хочу, но не так впаду туда идти. У меня благо на шамане. Ой, на ханте это все было говно, блядь. Жалко, ружья не было, блядь. Такого же красного. Идите, блядь. А че командуешь-то? Так, а че какая-то... Кстати, раз кастерская топовая. Есть инфа? Кто-то считал? Не, кстати, Дон, гоблин на этот для ханта, по-моему, самая писевая раса будет. Смотрел? Крови топ, ты че? 20% крита на 10 секунд. И что, у нас и так крита хуева гора, блять. А там такая же тычка, которая 200% от АП. Че, можете сманить меня? Которая, короче, как, ну, типа, раз в минуту, типа, тычку выпускает. Это прожжена, единственное, непонятно, с КД, не без знаю. ГКД. Знаю точно то, что хилы это вульпера на 100%. И 6% крита от атак. Черепку, хрипатый невер. Ой, клешни. Череп. Я опять с выключенным микрофоном разговаривал. Ага, ну ты меня услышал, да, по поводу ханта? Да нет, наверное, хуман все-таки.
Да чё, Хуман, там мастерство, меткость, которая абсолютно бесполезная. Там единственное, что два... Там два ловкости. Ну и прожимка на 5%. Да. Это улучшенный дворф сейчас черного железа. Либо улучшенные дворфы, да. Для кастера Найтель уже хороший, нет? Да. Возможно. Поставьте шкаф. Так, а кто у нас там? Расмус. Давай ты, наверное. А чё? А, не, вот. Войд, давай ты. Давай, там, может, стоматолог, или Расмус, или Овулус. Потестить. Нет, стоматолог больше тебе дает. Хорошо. Не, потестить просто. Кулак дайте, а то чё у меня крик на АПБ? Там много там. Ладно, хорошо. Расмус, давай ты тогда. Танка. А, даже оптикс еще. Так оптикс и танчил, блядь, раньше. Оптикс меньше Расмуса дает. О, оптикс, давай тогда ты. Нужно троих держать. Че, а, накрыться, да? Угу. Еще раз, Донт, я спекался только что, мне в ретрика. Нет, нет, нет. Оптикса, блядь, против. Больше за машины, блядь, КамАЗ, блядь. Бля, мне Гиди в ретрик просится 240, 2 приги, блядь, ЕВК ачивку не будет, мне. С Exile в QB какой-то. QB? Знаю такого. И куда он нам? Ну я его не брал, вот сказал, что у нас ретрики фу. Две приги. Дайте рыбу, пожалуйста. Попью. Ужась. Карася какого-нибудь. Поставлю сейчас. Вешать. Не важно, купил он их или не купил, все равно это две приги. Может, у него другие есть. Ну, пишет, что 12 КДП создает минимально. Хуя себе. Пиздит. Хера себе, бля. Ну, почему и нет? Ну, да. Залет и пиздобол. Так, черепочек с крестиком мой. Так, вы вдвоем танчите? Гудлик, так и должно было быть. Убили сразу, писать. Нравится, но не то уж не убивает. Ну что там, я вот сколько на Джараксусе, 11 с копейками. Джараксус это клиф. Да, кстати, он Абула пишет странно, говорит, после того, как 4-5 убили, пишет много людей сразу. Так всем надо этот прогресс имбучить. Гевнули два самых главных слакера, и у нас пошел прогресс. Звонировали? Да? Три. Корнеш, я... А кто третий? Валк. А, и Валк. Не, ну Валк был хорош, но он ЧСВшный. А чё ждём? А чё стоим туда? А чем Валк? Ну, так, это... и я с силами собираюсь. Не знаю, я с Валком сначала Макса ходил. А касочку ПВР можно, пожалуйста? Я не пойму, чем он хорош только. Вы делаете не, все неправильно. Нормально общался, все нормально было. Три секунды. Он у вас давно же, по-моему, был. Да. Ой-ой-ой, ну что так? Да. Я не... Блядь, Дон, с тебя фаска. Прихельте, дайте ему каску. Каску дайте ему быстрее. Офните флот. Забери Скару. Забаньте баку. Таунт. Донт таунт. Нет, КД. Вторую собаку. После черепа шершень, да мне даже по БР, по мне дранер, сам встанешь. Я давал БР. А, ну все хорошо. Собаку забаньте. Вторую собаку забаньте. Я понял. Шершень, дай мне Инер. Кому? Паладин. Красное зычье повесили на крест? Не работает. Работает. Не принимает. Да, меня откинуло. Меня просто откинуло. Ну, я его повесил, я не знаю, поможет мне. Так, на полно Милого, Милый, пизди с него щит. И будешь танчить все всего. На Кару летит, Кару готовься. Ты щит забрал, Милый, у тебя щит? Шо-то. Вау, что такое было? Поп-про, как прожмись. Да, мило. Я каплю даунового впрову, продала. Файр-резист, включите паладины. Есть файр-резист. Абдулай, прожмись.
Секси-тролль готов, полковник. 50. Под конец. 50. Жми. Понятно. Ты что, падаем, раз. Может? Я не знаю. Да, давай. Или что? Гимн на ману отдал, ты там ставить. Чуть не удачи, давайте падаем. Раннер, готовься. Чего? Блять, всем, кому нужно воображать. Они лежат уже, танки даже. Все, выходите из инстра, выходим. Умираем. У нас Гера КД. Гера КД. Не уходите, алё, Гера. Ну, либо сдохните всегда. Умрите. Сдохните, Гера, конечно, вы чё? Вот сейчас, смотри, косноязычие кончится, как он быстрее будет кастовать. Так, у нас ДЦ есть? Да, холики. Ну. Короче, кебаб, кинь ему крылья тогда с полу. Сразу нет, блядь, это самое. Коньки не умер. Да. Сложное слово. Ну, забыл с него слово. Конечно, он там сразу эту шайку ударил и что-то. Не, у меня там и молния, и все прилетели. И король тычку еще дал. Вообще должен убрать тот, кто танчит у троих. Да, а ты уже должен двоих сам затанчить. Долд, ты что такой вялый весь сегодня? В чем проблема? Как хуй. Ты такой прям весь вялый, да, обычно такой энергичный тогда. Он же болеет. Вот это опасно. Здоровье. Сейчас, да, любая болезнь, корона. Мы с Дом там одновременно заболели. А где рыба? Где рыба? Че, рыба? Ты мне изменяешь? Вон между камней. Понятно. Теперь думайте, кто из вас. Где камни? Нет, демон, конечно, прикольнее, но что-то ДПС как-то не получается ему давать. Мне не нравится, что у ночных эльфов нету какого-нибудь красного цветоволоса, блядь. Не подходит под транс. А белого щита у меня тоже нету. Давайте мне выбивать шмотки. Что, Санец, вместе не хочешь есть, да? Зажрался? А, блядь, я не видел. Ну, понятно. Понятно. А чё, кстати, он сейчас плачет, продам за 45 тысяч, куплю новых. Ну, понятно, я говорю, мы же богатые, ещё купим. Я паскуду, я плачу. Всё, давай там, команда. А на пол? Скажешь, как надо. Первый лоб. Блядь, идите. Лимитали ваши, это не ещё. Это зорки, да? А, не, выходит. Я просто, я каплю. Ну, забери в там. Где по глазу? Оптикс. Там-то жми. Опять? Ну, по читам, сука. Блять. Не успел. Успел. Агро, оптикс, я сейчас умру. На трусах. Ну, ты же три таунта, блядь. Тут кус. Поднимите, есть БР. Стоматолог, сейчас ЧВ подними. Пожалуйста. Хильса живи. Дайте сейф, стоматолог. Капли дайте. Так, на пул, на матуса дайте. ЧВ, Абдулай. Готовьте каплю, Расмус, дашь каплю в Абдулая. Давай каплю сейчас. Следующая капля секси-тролль. Давай сейчас. Больше нечем. А, Овулус. Блять, не успел, ладно. Похуй. Овулус. Капелька. Пул матуса. Вовбро. Вовбро, сейвить. Все, отлично. Все, я танчу. У вас еще 15 секунд есть убить его. У нас оптик сум. Да как нахуй? Так. Сука, что за хилы, блядь? Вы че, блядь, как вы уроняете танков, блядь? В смысле хилы? Это... Ну, варсил же идет. Да это абула, блядь, на хиле, чего хотите? Ладно, блядь, Войт, спекайся в танка. Это что, типа, я затащил, что ли? Надо задохнуть, чтобы Гера была. Или в танк, есть... или в хила, может быть. Есть инфракт? Абула просто на хиле. Оптиксу много, на самом деле,
подлям впитал. Может, хила тогда? Тогда ты точно не сдохнешь. Танка. А кого мне держать? Оптиксу держать череп, мне крестик, тебе троих. Прикол, кстати, вот смотрите, сейчас мы в вышке дохнем, да? Открывается скоро хрен. А ты посмотри на ДПС этот, что, где это ДПС вообще? 5900 прист, 5900 вар, 6к рога, блять, 600 вар. Где ДПС? Рога, понятно, на мне 8 стаков, которые мне тикают по 30 тысяч. Просто. Что еще скажешь? Не знаю, Донт, я умер, у меня 16к. Ну, вообще, давайте начнем. Сейчас 7,6 пока. Петом стоит, блядь, аккуратно. Да уберите своих светов. Ну, реально, а то, блядь, фиг его пул был. Кстати, кто у нас ставит? Не знаю, Вопро, у тебя 9,1. Элема, кто ставит там? У меня 7,6 вообще показывает сейчас. Показывает 7,4, хрипаты 7,5, кару 9, Расмус 8. Ну, минимальный ДПС это от оптика, то танк, я понимаю. Овул, а вы что сейчас смотрите? Я в ДСК устал, у меня было 16. Зачем тотем гнева? Обратите внимание. О, ты слышишь, у нас Овулус еще в танк может. Овулус, знаешь танк, а ты все равно, блядь, бомж нихуя не даешь. Дон, посмотри сейчас, когда умрешь, когда тебя не захилят, и посмотришь, когда я в деп буду стойку вставать, посмотришь, сколько ДПС будет. Так что, мне в ретик обратно? Шаманы, тотем гнева сейчас смысла нет. Демон, во-первых, дает СПД, который тотем гнева перебивает, и во-вторых, стрела тьмы тоже дает скрит, который тоже перебивает тотем гнева. Этот Бёрн, мне что, в ретик обратно тогда? Нет, да Овоус не вытащит один. Так, демонский. Волос просто одного заберет, это вот, блядь, этого приста ебучего, что он, ну, я как приеду, просто он это просто танчит. Но он двоих. Он двоих не выдержишь, да? Ну я не. Нет, Овулоса на черепочек, меня на крестик. Давай я двоих, а Овулос умрет, я заберу череп. А Оптикс то же самое. Давай я двоих, а вы всех этих. А, ну потом. Давай, Оптикс тогда в хила, в этот двой тогда в этого. Ну или в ретрика, лучше в ретрика спекнуть по домаш. Так, мне в ретрика, да? Нет, ты в танке, Оптикс в ретрика. Так вот, вернемся к тотему. У тебя сильнее танк. Стоматолог, ты чё, в фурике? Нет, это чё? Я на магике фурика потестил, понял, что это хуйня, и спекнулся обратно. Ну что, давайте о чём напомним. А, сорвал, получается. Короче, я ставлю тотем гнева. Тотем гнева. Овулус, кого забирает? Череп? Да. Череп. Алло, ребят, тотем гнева не нужно. Хорошо, ставить. Все, ладно. Ну, нужно ДПС ставить, стреляет. Потому что у тебя тогда больше прок из ПДшки. Да. Ребят, поехали, блядь, время. Какое же? Поехали, да и хуй. Ты им, блядь, насчет тотема спустить такую херню. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, танки, вы чё? Ой, сейчас умрет просто. Таунт, череп. Таунт. Почему у нас, кстати, Овулус начал танчить? Сори. Райнера, танчить. Танка, да, лови, танка. Нет. Следующий карт. Да, давай. Охотника. Следующий карт. Овулус, затаунти еще раз череп. Блин, у меня просто... Ой. Как он у вас срывается, не понимаю. А что с Томом надо делать? Тихо, убили фут. У него щит, и вот он, ну, не пробивается, и тык не набирается никак. Понял, да? Инр, залей мне. Крест играй. Овулус, иди забери королеву своего этого своего. Поставь его там под сундучок будущий. Тотем дайте, шамана и гимн. Ты заебал, сука. Ой. О! Не будюкайся. Ты третью овцу подряд, да. У
Бесит усы, блядь, он хилится. Это сам тоже должен цель? Не блядь. Да. Сведите, может, их, если получится. Войт, подойди ближе к этому лодкостоящему, и он будет тебя бить автоатакой. Вот так работает. Вот, сейчас потихонечку можешь подкачивать его. Сейчас он автоатакой переключится, подкачать его к стеночке. Вообще, я дрейнера догоню. Поэтому почему не хуярит, блядь? Босса-то заберите. Алло, танки. Алло, алло. Алло. Чё как? Прием. Все, я вспотел чуть-чуть. Пойди попробуй. Полагает? Нет, только у тебя получается. Опиши, что ты видишь. Я квадраты вижу на экране. Клешник, где ДПС? Фига там клава ебашит. А тренера обошел. Ну. Знаете, почему Кару на первом месте по ДПС? ТПС-ку я даю. А, ТПС-ку? Ах ты жу. Ну не только, я ему еще даю 6%. Дай мне ПС-ку. Мне ПС-ку дать, хули, позднее, чтоб я хилил еще. 10 секунд. Давай мне на драйвера. Хватит, я просто, блядь, сейчас еще шаманизм износил. Одному уже накидал в кабину, сейчас следующего. Шаманизма ты уже не догонишь. Давай выйду, я флешкой буду хилить рейд, блядь. Да нормально, нормально. Ой, поехали, блядь. Иисус Христос. Бля, может и диван дать, блядь. Не надо, не надо. Чтоб трейдер, смотри, трейдер догоняет. Да чё. Бля, быстрее, молнию нажимай. Ротация сложнейшая, бля. Залезьте и на кто-нибудь, подайте гиномана, пожалуйста. Я уже поставил. Остань еще. Больше нет. Пожалуйста. По матусу и нарратьте кто-нибудь, плиз. Сань, ну могу только... Все нормально. Не будет, блядь. Кому-то шаманов, ой, этих друидов, пиздец, полный рейд. Один. Кто-нибудь, блядь. Блядь, дрейнер, ты куда? Стой! Вихрь там, ребят. Стоматолог, дай ему дизар. Дрейнеру. Уже сейчас? Да-да-да. Ну, блядь, уже поздно. А дизар, он не работает на этом. Сейчас. Он с кулаками пьет. Смотрите, Dead Beach должен был пойти в этот рейд, и сейчас падает молот. Он не должен был в этот рейд пойти. То он сказал, то, что на первый не сможет, на второй. Он на второй, он сказал, что не сможет. Два молота это будет, двойной раз. Молот, молот. И в первом, в втором, да, я сказал, что упадут, и он тоже написал, что упадут. Да. В двух рейдах, понимаете? В двух рейдах, да, оба. А до этого мы с ним ходили вообще ни одного. Вот я топор лутанул, и все, молоты падают. Пошли дальше. Блядь, сейчас Абдулай плечи заберет, ад. Ты там где? Неверич, ты не видел. Да там чуть-чуть сзади, да. Смотрите, как надо Невер. Клеш не месяц, а с открытия только один я залутал на ару, все. Нет, Донт, пора пуху менять уже, давай. Да не. Когда-нибудь с меткостью выбьет. Неплохо я на маге тоже не дамажу. Люди, блядь, тихо не дамажу, просто девятку выдал. Что я еще, блядь, зев не ел. А, что ты? А, секси-тролли, да. А я приподы не ел. А, секси-тролли ГЦ. Секси-тролль еще и дворф, отлично вообще. Да, ДПС сейчас побольше будет в раз. Так, Лангрис, ты какую банку пил?
Настой какой? Кстати, точно такой же лут упал, по-моему. А, нет, там плащик. Плащик и молот упал в первом рейде. Ледяного змея настой, аша. Такой. Абдулай, лутай. Да думаю, как ты меня обогнал. Я же жесткий. Я Мерлина хотел дело стать. Кстати, Гудлик, это же без наруча. Да, без наруча. Ты там реплика собираешь? Да. Ну и не знаю, если там он Гудлику отдаем. А, он за пристак убов, да? Поэтому он тебе говорит, да, Гудлик? Да, пусть играем. Кубов, ну-ка, врывайся. Рвался, пацаны. С трех ног. С 0,68. Ну что, по роллу тоже, да, не выгодно? Ну, порошочек ворвался, получается. Я друид, ребят. Друид. Вот себе облик. ГП получается? ГП, да. Сейчас смотри, реально кто-то... Облик, это что, 4 куска получается? У Гудлика 4, у Рокси 4. У Рокси еще и на ровно теперь. У Гудлика 3. Что это сейчас еще заберешь, что ли? Подожди, кто на ару забрал? Блять, Шаманиш там хочет пойти лок, ему голова вроде бы нужна там что-то. Сейчас секси забрал. Да мне не Т4 просто хотят пойти. А, ну конечно. Ты, блять, играть когда будешь. Мы уже прогресс сделали, так что там сейчас изи все убивается. Да, блядь, сейчас на работу устроился. ПРТ кончается, мне остается 4 часа спать, блядь. У меня же плюс 2 от Москвы. Ух, ты где живешь? В Башкирии. О, блядь, рядышком. У меня работа. Выходные? Субботу, воскресенье, вот типа изи. Да увольняйся. Выходные. Ты сюда пришел в игру играть или в работу? Парни, есть за меня на икашку, то мечта совсем хуёво. Нет. Шо? Чего? Замены на ика надо ему. Пойди пока кайф вернёт. Найдём, давай, урла, бьём, да пойдёшь. Да. Рыбку поставьте. Да пойди пока кайф. А, Дон, бля, забыл, да, всё, спасибо, что я всем забыл. Высокое. Да, у него давление высокое. Этот, блядь... На сонную артерию надо. Нет, капельки долбани, есть у тебя ковровоу там или вау сердце. Давай в танк. Да я уже все, что мог сделать, мне что-то происходит. Не, много тоже не надо, смотри, осторожно с этим. Я тебе сейчас советую от компа просто уйти, потому что тоже нагрузку дает прямо сейчас. Сейчас ему... Потому что с этим просто шутить не надо на самом сейчас деле. Сейчас ему убьем его, да, пойду спать. Пойди, окошко открой, подыши свежим воздухом. Если окошко открою, я умру от холода. Блять, пуховик одень, подыши. А ты какал? Я какал. Все, давайте еще раз. Пиздец, Невер. Рыба не будет, да? Будешь так же помирать, так же скажу, ты покакал? Ну так... Оставил рыбу. Только пул, все. Давайте нормальный подсчет, без всякой хуйни там. Так там нормальный пул был, после ничего не говоришь. Чтоб петы там не спулили. Кебов. Сняна, пулы отдайте в оптикса. Дон, там пул дашь? Любым. Да. Давай. 5, 4, 3, 2. Здесь куда, на секунду. 1. Где ваш напол? Так, Матус, ты меня погнал, плюс. Гудлик, набивай раскол. Вагон. Вагон, блять, я один, блять, на раскол набиваю. Я на пулы у вас. Кексик. Гудлик, похуй. Блять, шамани. Дай бог. Раскол. По стоматологу сальву дайте. По вопро тоже. Расмус. Тебя стоматолог.
Секси, все хорошо, молодцы. Кубок, ты знаешь, что делать? Тут, короче, мне писал ГМ гильдии, Блэк Сноу лучше. Девочка, Люсил, которая подписана? Нет. Латра. У нас тоже ГМ бывший гильдии какой-то находится, еще девочка на шумане. Девочка на шумане? Тут? Да, здесь. Так ладно, продолжай историю, чё гадить-то? Что такое, ну чё, говорит? Как у вас, говорит, там, ВВК? Я говорю, ну так, говорю, 4-5. Он говорит, о, заебись. Слушай, говорит, так, у вас ханд, говорит, ну, есть дамажище? Я говорю, ну да, говорит, только ДПС, говорю, выдают в сурве. Он говорит, в сурве? Я говорю, ну да. Я, короче, Донта ссылку дал на арморина. Посмотрел, такой, бля, типа, да. Надо, короче, своего ханта также научить, говорит. То он говорит, у меня выдает 7 тысяч, но я боялся. Так, мы же определили, что Донт не топ-пан. А кто топ? Ты? Наверное, это только ты так думаешь. Слушай, ты вон в овергире, блядь, от меня, блядь, ушел на сколько? На 200 ДПС, блядь? Привет. Ой. Ты не болеешь, а он болеет. Блядь, ну сука, сука, за твои ебущие немоты, блядь, милики погнали. А ты где? Эть! Бля, Улус, ты прям в меня бы встал бы еще нахуй. Нормально, тут масса. Я вообще последний с своим демоном. Кубок, давай! Брат! Доставай! На пол, Вопчикса. Я сейчас угорну, если выпадет меч, короче. Ой, меч заберу. Да. Который у меня кто-то отдал его, да, Донт? Ну, Донт тоже пипец, блядь, дал какому-то бомжелоку, блядь. Да я паролу еще, нахуй, только вот пушку. Это может быть. Парол там у приора было. Какой нахуй твой лока мог быть приор, блядь, с этим ДПСом, блядь. Ну, больше был приор. Ну, если на РТ приходить, обычно появляется ЕП. А если получилось ЕП, значит получился приор. Я его видел, блядь. 3 раза всего. Ну вот он за эти 3 раза и полутал себе ИП. Логично, логично. Ты ж тогда просто на сове ходил и только пересел на паладина. Да. Там у тебя приора совсем не было. И было обидно, и потом шею ему отдали, бля. И потом там Т4 на. Ух. Да, потом шею мы собрали, блядь, 2 валандира, блядь. Дайте по стоматологу сальню, его сейчас шотник. Он уже шотник. Бля, Вовброта обогнал стоматолог, привет. О, Волос, а ты ничего не хочешь выключить себя правильно, неистов, например, не? Зачем? Я специально Невер перестал набивать расход, потому что из них никто вообще ни один, блядь, не набивает. Ну, Армсу это проблемно, а... В чем проблема Армсу? Вообще ни одной кнопки, забинзил любую, блядь, и все, блядь, с расколом. Не, Армсу просто бить. Стойку не надо менять, ничего не меняешь, блядь, просто биндишь кнопку и все. Сереж, да все нормально, никто никого не оставлял. Ну а че, почему так? Я его понимаю, я его поддерживаю. Да, давайте. Потому что раздражает, блядь, сказал, сука, стоят, блядь, тупят нам. За гаражами, блядь, на шах. Что один, блядь, вагон, блядь, что второй, блядь, нихера не хочет. Так, а кто из них вагон, а кто нихуя не хочет? Вагон Гудлик. Бля, Гудлик тоже еще, блядь. А второй нихуя не хочет, получается. Второй стоматолог. Ну, блядь, стоматологи всегда никогда ничего не хотят, нихуя. Да блядь, заебал, это дождь ебучий, блядь. Армцы всегда, блядь, на это, блядь, пиздят, блядь, а сами нихуя просто не хотят, нахуй. Ну что? Все, блядь, в брате пипец, это самое. Всё, разогнался его в бро. Сука, догоняли тут шаманизма, блядь, или нет, нахуй, блядь, сука, ебаная, не докастовал, блядь. О, глаз друла. Я не разминаюсь, скажу, бухаю, блядь. Блядь, что шаманизм так ебашит, блядь, алёсики, блядь, колёсики. Дайте порулить глаз друла в раз. Надо скинуть зоркому ДПС, чтобы не писал. Нихуя, блядь. Невер, да тебе и нужен глаз друла, дай мне. Ну, если нихуя не нужен. Гудлик, объясни мне, какой ты, блядь, себе макрос, блядь, на раскол брони, блядь, и отдельную кнопку, блядь, хочешь сделать? А нахуя мне глаз друла?
Невер ГЦ. Да он не нужен. Ну, почти. Все равно шаман отдал. Какой аддон слетел, блядь? Ты кишь, нахуй, и все, блядь. Аддон на раскол слетел у него. Все, Хрэй, пацаны, сразу, пожалуйста. Ну же, кому там? Рольте. Саш, ножки. Заберу. Все. Да куда глаз ушел? Все, 4-4. Чего 4-4 под УТС сейчас, ВК? Спасибо. Ну, видишь, я сейчас вот выдал двумя кусками 9000 для пояса. Это еще с салом, блядь. Если бы не сало, думаю, 1010 было. Вообще заебись, пояс. Маги себе. Так, Саш, если бы ты там нашел вара, а давай сам мэни на маги теперь. Всего 4-4 есть. Покажи, как я могу дамажить. Ну, не забудь мне найти. Портал сделал и первый съебался, блядь, у него. Найду мага, найду танка, позову. Сейчас самое интересное, то, что я еще и спасителем ливнул, блядь. Дайте мне ГП за триню. Дайте мне ГП за триню, пожалуйста. Сам бы честным. Ну не хотите, не давайте мне, по-моему. Так что, триня тебе даст?